хороший воскресный серпантин. Едем уже вниз. Так. Hyundai Genesis Coupe. Отключенная стабилизация, 250 лошадей. И, конечно, механика. И, конечно, задний привод. Очень неплохо звучит. Да что ж повсюду. Очень короткая рейка, 2,5 оборота. И очень дерзкий характер, надо привыкать. Четкая очень коробка. Правда, какие-то сверчки у нее. В самом рычаге. Профиль трассы не самый ровный, так что мы чуть-чуть осторожничаем. Последние дни, когда на летней резине можно ехать и не волноваться за зимнее сцепление. Ей бы трек, трассу пошире, скорости повыше. Автомобили Казахстан читайте в декабре.